Одним из этапов по отбору кандидатов на поступление в высшее военно-учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации на целевые места была сдача нормативов по физической подготовке. Отборочное мероприятие было проведено в учебном центре на войсковом полигоне Министерства обороны Республики Южная Осетия под руководством офицеров отдела боевой подготовки. Контроль за ходом данного отборочного этапа также осуществлялся руководством и представителями приемной комиссии. Юноши пробежали дистанции 100 метров и 3 километра, выполнили подтягивания на перекладине. Уровень физической подготовленности девушек определялся посредством сдачи нормативов по следующим упражнениям: бег на 100 метров и на 1 километр, отжимания. Абитуриенты, успешно сдавшие нормативы, были допущены к сдаче предметных экзаменов в соответствии с профилем выбранного вуза. Мы поступаем в военно-медицинскую академию, очень волновались, было очень много эмоций, переживали, но мы все справились, то есть все прошло удачно. Мы поступаем в военно-медицинскую академию. Сегодня мы уже прошли всех тест, сегодня мы сдаем нормативы. Мы уже пробежали 1 километр и 100 метровку. Впереди нас ждут отжимания, и я хочу пожелать удачи всем, кто сдает. Нам это, конечно, нелегкий путь, но мы все равно его прошли. Могу сказать, что даже достойно, поэтому желаю нам обоим удачи и всем остальным. В дальнейшем вас ждут экзамены. Экзамены начнутся у нас с новой недели. Всем удачи, как говорится.